Если кто-то убил моего товарища, известного политика, мой план в том, чтобы четко со сцены заявить, что я считаю, что его убил Рамзан Кадыров. Возможно, по приказу Путина, и я не буду это молчать. Несмотря на то, что меня могут засудить или посадить, поддерживаете вы мой план или нет? Нет сегодня ничего важнее в нашей стране, чем сопротивление. Каждый из нас – это то, как он сопротивляется. Мы уедем из России? Нет! Мы оставим нашу страну проходимцам? Нет! Это наша страна! Это наш город! И мы будем биться за свою страну! Конечно, некоторые люди, загнав этот митинг, как им казалось, глубоко в Марьино, очень собой гордятся. Это у них работа такая, сначала глубоко загонять, а потом гордиться. Но я очень рад, что сорвать это все не удалось, что нас так много, и что все мы можем приветствовать друг друга.